Но меня уже тащит по душе. Машина находилась. Туда пошел. The second car brought him approximately half an hour. В это время с мешком на голове я пытался кричать, пытался спросить, кто меня везет, да? Кто на меня напал, зачем меня везут. He wanted to ask. Who they are, why they attacked him, and where they are bringing him. He was screaming. Dog was screaming. И наконец машина остановилась. And finally the car stopped. Меня вытащили из машины, сняли с меня мешок с головы. And of course he was thrown away from the car. The bag was put out from his face. Вокруг меня было около 8 человек в масках. And he noted that he is surrounded by, no, he said 8 persons in the masks on their faces. Один из них достал пистолет. And one of them took the pistolet и приставил к моей голове. And put it near his head. И сказал, настало время тебе умереть. Они протянули мне бутылку водки и сказали, и сказали, выпей перед смертью. Я отказался пить. Прозвучал взрыв, прозвучал выстрел. Да, он был мимо меня. Меня задели только искры, и меня оглушило. Хочу отметить то, что меня били только при похищении. He was beaten only when he was kidnapped. Когда меня похищали, мне нанесли удар локтем по носу. Они мне разбили нос, и поэтому на всем пути следования у меня текла из носа кровь.